В Лондоне завершились Паралимпийские игры 2012. По количеству золотых медалей российская сборная вышла на второе место, уступив китайским спортсменам. В числе медалистов 5 саратовских паралимпийцев. У наших спортсменов 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. И еще одна победа саратовцев. На Всемирной шахматной олимпиаде в Стамбуле Наталья Погонина стала чемпионкой в составе женской сборной России. А саратовский шахматист Евгений Томашевский в составе мужской сборной завоевал серебро.